Ей надо хомяков. Что, вот где видео с хомяками? Не понял, но видео с хомяками. Ой-ой-ой. Ой, как переваливается все-таки. Дайте на видео с хомяками. Ну, лучше вот сюда, на оранжевый. Положи его. Ну, Кирилл. Возьми ее, возьми. Сейчас как прыгнет. Вот сюда, вот где оранжевый. Там у нас кот, а тут у нас мышь. На оранжевом видно лучше. Мышиные бега. Все, мышь ползет в нашу сторону. Мышью. Прогулки с мышью. Прогулки с мышью. Поползла к коту поближе. Что там кот? Кот там что-то. Что-то кот там. Мне куда тут идти? Такая шустрая. Она немножко блинчик поела. И все, все. Сразу бегать. Слишком быстро она убегает. Вообще шустрая. Нежность. У кота ухо шевелится. Когда что-то происходит, у него ухо такое. В эту сторону ухо расположено. Видите, мышь убежала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слишком быстро. Да вообще, когда заползла под меня. Ты маленькая. Что за мышь? Эти слезла. Переваливается. Ой, быстро, муж. Что-то грызет. Смотри, она такая. Боевая мышь приходит. Ой. Где мышь-то? Что-то она куда-то закопалась. Ты держи ее, она такая. Я все помню, что она убежит, шустрая такая, вообще кошмар. Какая-то вообще боевая мышь убегает все время. Надо бы, конечно, и какую-нибудь побегушку, знаешь, типа, не знаю, крутюшку какую-нибудь, чтобы ей побегать. Интересно, с мышами можно гулять? Какие-нибудь ошейнички? Она пусть бегает там по травке. Она же убежит, куда-нибудь спрячется. Ай-тя-тя-тя. Ну что за лапы там торчат? Какая мелочь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, надо ее вернуть. И все будет, что она убежит. Очень быстро. Разбежалась. Ладно, иди давай, положи. Ну, кот у нас вон какой. Что-то он то ли дремлет, он дремлет.